Всем привет! Ну что, наконец-то мы получили долгожданную первую партию от Биомеханика из коллекции «Весна-лето 2020» и хотела бы представить несколько моделек вам сегодня. Первая моделька – это весенние ботиночки от Биомеханика. Кто не знает, Биомеханика – это испанская фирма, которая вместе с Институтом биомеханики в Валенсии изготавливают детскую обувь, используют в своей продукции, они практически во всей продукции используют натуральные материалы, как гладкая кожа, замш, велюр. В данной модели представлены именно несколько сочетаний, это гладкая кожа с замшем. В магазине, в принципе, в нашем магазине биомеханики пользуются большим спросом, так как биомеханик, конечно, бросается очень в глаза своим дизайном очень необычным. У биомеханика есть несколько особенностей. Помимо того, что они используют только натуральные материалы, да, и снутри, и снаружи, также у них есть съемная стелька, которая является анатомической. Она тоже сделана из гладкой кожи и имеет антибактериальное покрытие, что немаловажно для тех деток, у которых могут потеть ножки. Да. Такая же моделька в этом году представлена и для мальчиков. В этом году биомеханик очень радует нас расцветками и сочетанием цветов. На мой взгляд, эта модель будет пользоваться большой популярностью конкретно в этом цвете, в этом году, так как здесь, конечно, собраны прекрасные цвета. Еще одна модель, которую хотела бы показать сегодня вам, это тоже биомеханик, но сделан из текстиля. Внутри тоже текстиль, но стелька остается также из кожи и имеет те же самые свойства, что и у остальных моделек. Эта моделька будет больше на конец весны, может быть, начало лета, но является она более бюджетной. Свои качества она оставляет такими же, как и во всех остальных моделях биомеханика. Также на более теплую погоду, на начало лета, или даже можно использовать вот такие вот сандалики в детском саду, как сменную обувь, тоже текстильные сандалики. В данном случае это для девочек, конечно, расцветочка, да, также съемная стелечка кожаная, но изготовлены они из текстиля. И та же самая моделька представлена в другом цвете, сине-красном. Думаю, что подойдет не только девочкам, но и мальчикам. Но больше, наверное, мальчиковская, да, моделька. Все остальные модели, которые уже пришли и будут, да, приходить, вы сможете увидеть у нас на домашней страничке libri.lv. Желаю вам приятных интернет-покупок и ждем вас в нашем магазине. Всем пока!